Все, я прикрутила музычку. Что? Ясно. Какая-то неинтересная игра, как видите. Ладно. Хотя довольно быстро копится, ребята. Ребята, копится капец классно. До какого исчезания груза еще? Я ничего не пойму, я только первый раз с вами зашла. 4000, ты что, издеваешься? Апгрейдер. Это какой-то... Я извиняюсь. Ненормальный построил? Он не понимает, как писать слово апгрейдер? Нет, ну конечно, тайкун классный. Потому что... Здесь строится все очень быстро. Прям такой, как мне нравится. Смотрите. Я все покупаю. Пук. Мне 168к. Конечно, не классно все просто покупать. Зырять, смотреть, что происходит. Третий этаж. Ты шо шутишь? Смотри, какой балкон красивый. Здесь чаюк. Бутербродик. У кого-то уже все построено, как и у меня. У меня уже тоже почти все построено. Мне 740 гривен, вау! Ладно, сухо. Сейчас будем выходить из этой игры, просто посмотрим, что здесь как. Сейчас быстро все купим, посмотрим, что здесь. А, это лестница? А нет, с другой стороны. А я думала, что это лестница. Извините, что от первого лица, просто мне так удобней. У меня, короче, почти построен, смотрите. 50 тысяч броня какая-то. Да уж, конечно, все очень стоит мало. И я не пойму, почему так мало все именно стоит. Ну, почему здесь так быстро все копится? У меня уже 1 000 000, я не знаю, куда их девать, потому что, ну, как вы видите, приближается прилетает самолет с самым ценным грузом. Да ты что? Ну ладно, покупаем вот эту какую-то фигню. 1-2 миллиона мне. Ну, много, конечно. Так, это покупаем. Это тоже куплю, это тоже куплю. Не, нам ничего. Купить обсидованную дверь. Что мы делаем? Просто тратим деньги в тупую, ясно? Посмотрите на меня, какая красивая броня, капец. Так лучше не показываться.